Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эмилен. Друзья, у нас вышла недавно новая перчатка, в принципе, давайте я ее сейчас покажу. Да, я немножко опоздал с этой перчаткой, но, надеюсь, это вы простите, в принципе. В общем-то, перчатка Kinetic, чтобы я получил, вам нужен бейдж Kinetic Recharged, в принципе. Но про получение данной перчатки я буду рассказывать вам немножко попозже. А сейчас поговорим о ней и, собственно говоря, что она делает. Сила 49, скорость 16 и ability у нас Percussive Blast. И она имеет очень такой красивый эффект, в принципе. Да, друзья, если вы могли заметить, в последнее время перчатки стали иметь вот такие прикольные эффекты. Например, здесь молния, здесь какие-то огненные шары, я так понял. Собственно, она мне очень сильно напоминает перчатку Stun. Да, прям очень сильно напоминает перчатку. Ну, именно самим эффектом. И также и способность, она прям сильно напоминает мне эту перчатку. Сейчас я покажу, что она делает. Я сам до конца не изучил, что она делает. В общем-то, вот. Итак, нажимаем на Е. И мы делаем вот такую вот сферу. И да, друзья, она отталкивает других игроков. Не сильно, конечно, отталкивает. Допустим, вас ударили там 10 раз. И у вас будет, допустим, первая фаза. И вы сможете оттолкнуть людей еще больше игроков. И шар будет более огромный. Это все фазы, друзья. Я не хочу сейчас менять никаких друзей, чтобы сейчас фазу это все продемонстрировать. В общем-то, как ее получить? Сейчас я вам расскажу, как ее получить. Вам потребуется перчатка Stun. Как раз таки та самая. В принципе, вот она. Стоит она 870 слабс. В общем-то, мы ее берем. И, друзья, вам нужно зайти на сервер публичный. Да, друзья, это не работает на VIP-серверах, так что не пытайтесь ее получать на VIP-серверах. Это работает только на публичных серверах. В общем-то, мы должны активировать эту способность 50 раз, и при этом, не умирая на одном сервере, не работает, обратно говорю, это не работает на VIP-серверах, и вы при этом должны быть ударены 100 раз. Вас должны ударить 100 раз, и при этом вы должны использовать эту способность 50 раз. Лично я так понял, вы можете там все в бейджи посмотреть. Какой же способ есть? Я все расскажу вам. Вам понадобится один ваш друг. Собственно. Сейчас я покажу, какую перчатку он должен взять. Перчатка Муай. Вот эта перчатка. Ваш друг должен взять ее. Да. Ваш друг должен взять ее. И сейчас я покажу, что он должен сделать. В принципе. В общем-то, он ставит эту, камень или муай, эту кошку, и вы со своей перчатки Stun, допустим, у меня сейчас Stun, я подхожу, и, как сказать, я отталкиваюсь, бьюсь, да, и при этом я нажимаю на способность оглушения, да, на вон ту способность. В принципе, надеюсь, я понятно все объяснил. То есть, давайте еще раз покажу. Допустим, ваш друг взял Муай, да, у вас перчатка Stun. Допустим, вот перед нами стоит Муай, да, и мы, как сказать, отталкиваем, то есть мы падаем, да, и мы должны вот так упасть от этой способности Муай 100 раз, при этом не умирая, и должны использовать способность перчатка Stun, вот так 50 раз. Я надеюсь, все правильно объяснил. Надеюсь, понятно. Но давайте я вам еще раз расскажу, потому что некоторые мне пишут: ты так хреново объясняешь. Давайте я вам еще раз объясню. Перед вами перчатка Муая. Вон, видите, да? Она, как бы сказать, вас оглушает. То есть вы падаете, и вы должны упасть вот так вот 100 раз. Либо, если у вас нет друга с перчаткой Муая, вы должны сделать так, чтобы вас ударили 100 раз, но вы не должны умереть. Да. И при этом вы должны использовать способность оглушения, то есть EMP, 50 раз. На одном сервере, не умирая, и это не работает на VIP-серверах. Вот теперь, надеюсь, это я все правильно объяснил, друзья. В общем-то, друзья, я буду на этом заканчивать. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.